В Ростове прошел традиционный фестиваль науки Юга России. Главной темой в этом году стал искусственный интеллект. Ведущие университеты представили научные разработки в этой сфере. Под площадки фестиваля отвели весь третий уровень Ростов-арены, около 6 тысяч квадратных метров. Свои стенды представили 16 университетов и около 40 образовательных организаций. Меняя площадку проведения, мы немножко поменяли и формат. Мы немножко хотим посмотреть будущее, обозначить вектор идей и показать, как мир меняет все, что связано с развитием искусственного интеллекта, информационных технологий, цифровых, какова роль в этом гуманитарного образования, гуманитарной науки, и показать роль университетов в создании будущего и, конечно, привлечь школьникам к тому, чтобы заниматься наукой и прийти в этот увлекательный мир. 9 лет подряд Южный федеральный университет – организатор события. Партнеры фестиваля – Росмолодежь, ресурсный молодежный центр, вузы, организации промышленности и бизнеса. В этом году впервые в числе партнеров мероприятия Министерство промышленности и энергетики Ростовской области. Чтобы успевать быть в тренде, надо работать как совместно с наукой для разработки новых технологий, так и совместно с образованием по подготовке кадров, которые смогут этими технологиями управлять. И для нас сегодня ЮФУ, наши вузы донские, это как раз те точки взаимодействия, которые могут и в сфере науки сделать много, и в сфере подготовки кадров сделать для нас очень много. Генеральным спонсором фестиваля науки Юга России выступил банк «Центринвест». Мы поддерживаем фестиваль науки уже 9 лет, потому что мы считаем, что бизнес и наука в сумме, синергетический эффект, намного больше, чем бизнес и наука по отдельности. Например, мы выплачиваем стипендии фонда целевого капитала Южного федерального округа. Дальше мы решили задачу, например, набора кадров. Мы совместно с Южным федеральным университетом открыли центр финансовой грамотности. И если кто-то хочет прийти к нам на работу, то через центр финансовой грамотности, через стажировку попадают в банк. Это хорошо для нас, потому что мы не думаем, где нам взять кадры. Мы абсолютно четко понимаем, что это будут лучшие студенты, что это будут образованные студенты, что они хотят к нам на работу попасть. А для университета это также возможность частично трудоустроить своих сотрудников. Поэтому бизнес социально ответственный – это будущее, и мы категорически поддерживаем все вот такие совместные проекты. Фестиваль науки – это открытая интерактивная выставка образовательных продуктов и результатов исследовательской, опытно-конструкторской и инженерно-технологической деятельности. В рамках фестиваля молодые ученые имели возможность оформить заявку в Фонде содействия инновациям на получение гранта для развития идеи и бизнеса. В рамках форума прошли мастер-классы, олимпиады, прозвучали научно-популярные лекции. Фестиваль призван дать новый импульс развитию инноваций, собрать на одной площадке единомышленников в лице авторитетных ученых, экспертов и молодых людей, делающих первые шаги в науке.